друзья, всем привет! С вами канал Good Time Channel, и наконец-то вышла долгожданная игра на iOS устройств GTA San Andreas. Итак, я ее только скачал, видите, еще даже не открывал. Открываем. Я весь в волнении. Ох, нифига. Капец, график включает. Не в сети. Тут еще по сети, что ли, можно играть? Офигеть! Так, включать игру. Йоу. Такая ностальгия, блин, офигеть, так не верится, на iPad играю в GTA San Andreas. Сама GTA San Andreas, я сделал небольшой обзорчик. Она только вышла, сразу хочу сделать обзор. Итак, ну это, всем известная заставка. Опустим ее. Все ее видели. О, да. Офигеть. Итак, графика довольно лучше, чем на компьютере. Прорисовка лучше. Офигеть, я вот не верю, прикиньте, играю на iPad в GTA San Andreas. Мне не верится просто. Это как так? Блин, это классно, ребят. Обязательно скачивайте, уже вышло. Стоит всего лишь 229 рублей. Это довольно дешево для такой офигенной игры. Скачивайте, наслаждайтесь, играйте. Проходите миссии, вспомните ностальгию. Вот, я сделал такой небольшой обзор. Надеюсь, вам это понравится. Так, здесь все, зашибись. Такое управление удобное и легкое. Легче там, чем на компе. А где здесь что-то есть? По-моему, есть. А я вам желаю удачи. Сейчас я буду проходить эту игру, хоть и проходил ее в детстве. Скачивайте, тоже проходите. И меня ждет ночь задротства. Всем пока. На вылететь на трамплине. И прыжок. Фу. Бэд стоп.